Опасное место. Oh!
Здесь бдительные стражники. Huh?
Ладно, Харон, рассказывай, что там с этими душами. Так вот, не все, кто попал в царство мертвых, на своем месте. Места упокоения этих заблудших душ еще предстоит найти. Ты перевозчик, ты направляешь их. Это не моя обязанность. У всех душ есть незаконченные дела. Просто некоторые нравятся мне больше других. Кто они, те, кому нужно помочь? Умерших должны хоронить подобающим образом. Но везет не всем. Заблудшие те, кому не повезло. О да, им остается лишь вечно скитаться, не принимая свою судьбу. Я помогу, перевозчик, но с чего мне начать? Есть один афинский солдат. Он мечтал о достойной смерти, хотел погибнуть в бою, но, бросившись на врага, поскользнулся в грязи и упал. Могучий должно быть воин. Славная смерть позволит ему попасть в Элизий, но он не может пойти на войну без оружия и брони. Одна вещь в неспокойном некрополе, другая в руках воина, известного как Рыба-меч. Рыба-меч. Он здесь, ну конечно. Я верну вещи солдату и подарю ему славную смерть. Элла! Тише, тише!
Давай. Меч Афининина у рыбы меч. Меч Афининина у рыбы меч. Попробую найти укрытие. Ah!
Давно ждал тебя, месть. Хочешь пойти на корм рыбам? Что? Отправляйся к своим рыбам. А вот, похоже, и меч. Меч и броня Афининина у меня. Осталось только вернуть их ему.
Запах битвы не меняется. Я растяпа. Растяпа. Друг воин, смерть настигла тебя на поле боя, как и меня? Я подарю тебе славную смерть. Сражаться голыми руками? В этом нет чести. Ликуй, твоя броня и твое оружие у меня. Он словно другой. Ха, ты привыкнешь к нему. Я воевал, чтобы защитить свой дом от спартанцев. Скажи, мы спасли Афины и афинский народ? Афины погубили не спартанцы, а чума. Она опустошила город. Я до сих пор чувствую запах горящей плоти мертвых. Значит, Афин больше нет? Мы погибали зря. Ни Афин, ни афинского народа больше чтить нечего. Пора прекратить мои страдания. Сделаем то, что должен. Yeah!
Думаю, это здесь. Найду укрытие.
Thank you.